Super. Раунды уже прошел, да? Нет, только ножи сейчас в сторону выберут. Пистолетки. Понял. Шестанек, можешь вступительное слово делать. Ну, а что, тут пока никого нет на стриме. Сейчас сделаем. Так вот даже. Блядь, что не работает? Группе тоже скинул. Блин, я тоже написал, ну ладно. Что там, первый раунд? Игра пока не началась. Вот только сейчас. Аж финал, по-моему. Так, ну вроде немножко народа подсобралось, да. Давайте, в общем, что-то начнем. Понял тебя. Давай. И мне сейчас надо будет отойти, ну все равно. Я отойду. Как бы небольшое вступительное слово. Всех приветствую, кто с нами собрался. С вами Никита Колум, Женя Кола и Саня 1801. И сейчас началась уже трансляция финала турнира от Playground.ua. Вот. Встретились тут у нас две такие интересные команды под названиями Good Impression и V-Cup. И сейчас, я так понял, карты подчеркали. Вот и первая карта уже началась у нас, Cobblestone. И быстренько для вас составы команд. Ох. Значит, за V-Cup играют... Кто у нас? Fallen, Azzle, HDM, Red Wave и Breza. Он же у нас Limitless, насколько я помню, если память не изменяет. А за Good Impression играет Is No Good, Shooter, Destroyer, Бьялка и Witcher. И сейчас, это, я так понимаю, пистолетка у нас началась. А просто извините, пожалуйста, кто нас слушает. Тут форс-мажор со стримом. У нас пропал стример, потом появился, потом не появился. Все это настраивали, перенастраивали, поэтому немножко начало у нас сумбурное. Надеюсь, сейчас у нас все восстановится, наладится. Вот, зовите друзей, пишите всем, кто есть. Я думаю, это будет очень-очень интересная игра. И сейчас, так, Жека и Никита у нас немножко отошли, и мне надо... В срочном порядке буквально на 2 минуты отключиться, так что пока что просто посмотрите игру без комментариев. Сейчас мы вернемся и будет все матч. Не расходитесь. А. Два педика, блядь, заткнитесь нахуй.
Никита, ты вернулся? Это я. Это я тоже сейчас 2 минуты буквально отойду, так что покомментируй пока сам, хорошо? Да. Так. Камерам Good Impression 2.0 ведут. Да, контров. Что в принципе уже хорошо, для них. На мой взгляд. Здесь больше терры доминируют. Дропрумом. Выкапы делает раунд на. Быстро заход через этот раз, так бит. Смотрим, как вот и прешн будут принимать вдвоем. Петлин. Делает один минус всего лишь. Теперь ситуация 3 в 4. Скорее всего, террористы возьмутся в первый раунд. В игре. Но вряд ли отличный прогрен от Good Impressions. Плюс 2 сразу. Оп, Колина, хорошая позиция. Бомба, в принципе, стоит на него. Так что он соло может быть. Раунд. Но, увы, не получается у него. Слава богу, его тиммейты спасают ситуацию. Первый раунд все-таки за выкапами. Посмотрим, будут ли Good Impressions сделать бай. А все-таки решаются делать с хомасами. Хомас, пистолет, 3 кольта. Капы в этот раз решили по 2 сыграть. Быстро азл. Хороший блок. Но дымом его отбрасывает назад. Или захлопнуться. Временем у игроков на миде подал, выкапов будут проходить точку А, как-то раскачивать дефенс. Опен фраг на миде на тутере, хейтеры. Азел отдался на дне на Б, ну и скорее всего это будет полноценный выход на апленд. Осталось только бомбе пройти на плента. Без шансов, просто раунд при заходе на плент. Сейчас будет, я думаю, караунд. Вряд ли будет форсбай. Как начало игры, пока агрессивничать не надо. Микрофон muted. Микрофон activated. Сыграть эко и затем и тот же авик на плент. Гараж Шмидт от Good Impressions. Отличный прием просто от выкапов. Остается последний дестройер. Тоже в таверну отправился. Пош 3-2. Баю Good Impressions. Без АВП, к сожалению. Посмотрим, как они будут отправляться. Начинаю. Одно как минимум АВП должно быть. Ну, выкапы. Наверное, идти дефолтный раунд. Под апленд. Двое будет проходить через дропрум. Один мид и два отросток. И снова отлично сыграл на нычке пленте. Правда, всего лишь только один минус дал. Ситуация 3 в 4. Правда, азл красный и видит тоже. Пялка делает первый минус. Попытается раскачать. Скорее всего, плент. Думаю, лучше ему засейвить. 15. И эко будет, какая разница. Азл лох. Сам ты лох. Азл лох. Сам ты лох. Так вот, как бы поддерживает своих тиммейтов.
Потому что P250 у контров. Мы думаем, стоит надо засаду какую-то делать. Паса 3-2 вряд ли им как-то поможет. Азов открывает. Сразу же отходит. Скорее всего, будет перетяжка на плент. Там уже Фаллен зачистил его, в принципе, и остался последний Вичер. Дает один минус. Погибает. Ну, в принципе, нормально. Пистолет свой купил. Вот, наконец-то появляется АВП. А выкапал даже 2 АВП за это. Посмотрим, как они будут играть. Очень интересно, как сыграются такие АВП дефенсы. Вечер уже заметил в дропруме АВП. Полон делает опен прах на миде. Также отдается хейтер. И АПМ полностью чист. Ситуация 3 в 5. Я думаю, пойдут цель. Первую половину они точно проиграют. А грамот. Прошен делает сейчас. Ставить. Дать фамасы. Рабаха. Ну а пока 6-й раунд уходит накапом. Уверенное начало. Вот даже проиграл пистолетку. Вовремя собрались, дали камбэк 6 раундов. Интересно, сколько они возьмут за терров. Возьмут где-то 9-10, то я думаю, карта будет уже за ними. Начали. Ну да, ну в принципе терры доминирующая сторона. Учитывая, что они атакуют с 2 АВП, странно. Они вообще могут раунды ловить. Защите его, будет импрешн. Такое ощущение, что парни бомба играли эту карту. Нет. Не знаешь, они играли как-то? А, ну ничего не видел, чтобы они играли. Капа видел на Cobblestone, и очень даже классно. Они себя показали, они играли четвертьфинал тогда против Angry Flock'ов. И 16-7 вообще на изи выиграли. Просто вообще без всяких там проблем каких-то. Ну, в принципе, то же самое. Они по всем фронтам и на Б, и на миди, и в отростке убивают стабильно у человека. В итоге раунд начинается 3 в 5. Кстати, Дестрой тогда затащил пистолетку один на один. Сейчас горит. Ну вот мне рассказывали о том, что ВКП вроде как в разных организациях пытались показать себя. Ну, играли, я думаю, это уже показатель, если, допустим, nice в свое время брали My Revenge под свое крыло. Значит, все-таки команда более-менее что-то стоит. Ну, и как для меня все-таки выйти в финал турнира. Это тоже своеобразный показатель. Это да. Финал слабой команды не проходит. Ну а, к примеру, Good Impression, насколько я вот осведомлен, у них всего лишь в команде есть стабильных 4 игрока. Это вот Шутер, Вичер, Профит и Бьялка. То есть у них
пятого, даже как по сути основного игрока нету в команде. И сейчас, я так понял, у них какие-то проблемы с составом, не все играют. Просто, конечно, это печалит сам факт того, что на финал не смогли собраться именно своей основой. Да, кстати, у Достроера сейчас отличная позиция. Его пропустили, может Достроих забрать в пункте спокойно. К сожалению, только одного убивает. У них сейчас ситуация то 2, бомба не стоит. Теперь могут брать раунд. Полона прощекает под девяткой. И стрельба очень сильно у капов. Подсыпалась банда, блядь. Да, вот, кстати, на полуфинале они очень крутую стрельбу продемонстрировали. Не дали команде СБ вообще себя как-то проявить. Хотя на кэше немножко не уверен, но на кэше СБ, кстати, смотрелись так неплохо. Была очень равная игра, и только на Дохаке смогли все-таки ВК повытащить. Ну а на оверпассе, конечно, сильно сыграли ВКапы. Классно вообще играли Азл, Лимит, Хейтер. Буквально вот они втроем делали игру. Возможно, парни не разыгрались так особо. Думаю, ко второй половине проснутся, а вот на второй карте уже, наверное, покажут все свои зубы, клыки. Так, ну а чертание мы пропустили, да, кто какую карту выбрал? Я так понимаю, что кабл стоит. А мы бы и не увидели, потому что уже так быстро все происходит. Учитывая задержка, мы их не узнаем. Я думаю, это карта ВКапа все. Я тоже. Просто они так конрифлока вынесли. А вот импрешн, в принципе, наверное, первый. Они играли 2-1, 2 выиграли. Кстати, третий раунд. Может, начало ихнего камбэка уже. АВП, дефенс. Просто не хочется одностороннюю игру в одну сторону смотреть. А если вот заберут до семерки, то шансы будут хорошие. Атаки. Хейтера прогнали с мида. Он уже делает 2 минуса в этом раунде. Профит подключился к нему. Наконец-то собрались парни, 4-й раунд, близко. Немного проснулись, да? Том, уже все близится, в принципе, к завершению первой половины. Пока денег, в принципе, хватает. 2 раунда еще точно. Конечно, они будут брать по 2 ВП. Любят делать. Какие-то опять травы с КС перезапустила, но не теперь не запускает. Что такое? Да, в этот раз они решили 5 калашей сыграть. Это, скорее всего, будет фаст на Б. И будут принимать профит.
Галку. Да, очень фасово играет в капу. Дэнс. Делает его в прах. Профи дает размен. Мол. Закрепиться Тиффенсу не удалось на ПБТ. Остается один дэнс пропорочный рых Савик. Я бы на его месте даже бы здесь не стоял и шел бы уже на денег нету у контрол. Скорее всего будут такие. По массам будут играть. Один дроп дадут. Почему-то не дали, конечно. Выкапай опять. Два авика подобрали. Тут тихий слоу. Два пода, три под Б. Бриз делает прах. Б дает минус 2. В принципе, очередной. Скорее всего, раунд в их копилку. Хотя вечер. Два пятых минуса. Может третьего забрать. Лично. Как лев продолжается, дает минус 4. Остается дестройер против HDM 1 на 1. Позиции дестройера, в принципе, нагадывается. Прочекал. Ну и сейчас. У кого в стрельбах зарешают, все-таки HDM берут ВК по 10 раунд. Уже вполне как заявочка на победу все-таки на этой карте. И на последний раунд точно денег нет. Тимур не тратит все свои деньги, странно как-то. Ветер делает прах. На миде. Профит также. О, рит, как обычно, пробивает бэкплэн. Да, подтягивается вся команда выкапов. Ситуация 3 в 3. Правда, белка красный. Red Wave убивает хейтера. Так, Бритс остается один в один с белкой, у которого 3 хп. Белка догадывается, где он будет. Но все-таки хп Брита было больше. Так, 11-4, первая половина. Я бы сказал, даже уверенная половина от вкапов. Намного будет зависеть от пистолетки, если выкапы возьмут. Скорее всего, это уже будет, в принципе, good game на Боссоуне. Вот и Прэшенс делает пас Б. А выкапы принимают с четвером. Стандартная клетка закрытая. Серия обменов. Один. Остается один азл. Будут дропаться дроп-рум. Хейтер его метил, есть инфа, сразу ты в двери. Просто, блять, куски конченых придурков. На вечер, думаю, заберет ухо. Два, конечно, подвела его, но плюс 1500 за нож. Поздно и авик позволить. А выкапы делают force buy. Попытаются как-то принять пистолета вблизи. Также играют 4B1A. Азал чекает мид, никого не увидел. Только сейчас заметил, думаю, двоих он увидел.
пытается как-то навязать стрельбу. О, good impressions. Right hold. А, что? Спешите мне куда? Надо подождать все джимы. Тазл делает open проход Роски. Забирает девайс. И good impressions решаются выйти в Эпленд. Там засада срабатывает. 2D-шечка от бэкапов. Думаю, вряд ли кто-то заметил. Били. Интересная пацанка. Только сейчас его замечают. И выкапы берут force buy. В принципе. Осталось только вчетвером выбить хейтера, который сейчас поставит бомбу на пленте. Питер пытается агрессивно сыграть новый дай. К сожалению, только забирает одного. 15-й раунд уходит выкапом. Посмотрим, будет ли ответный force buy по good impression. Все-таки сыграют это. Что-то 13-5 делать жесткий камбэк. Все-таки делает force buy. Вечера калаш. Хитрый калаш. У остальных пистолеты. Тяжелые арморы. Ставится выйти в длину. Но в дым и решается. Ты уже зашел? Завочки. Так Брит делает потом фраг на длине, дает минус 2, принимается дрот рум и остается один дестройер. Наш форс бай провалился. Надо все-таки сделать эко. Вот импрессион, чтобы были хоть какие-то шансы. Вот я так понял, увеличили. Они проиграли пистолет за КТ, но взяли потом форсбай. За КТ. Ты читаешь, ты, я так думаю, знаешь, за что бы команда. Кто больше? Фаворит? Ну да, в этой встрече. Ну, в принципе, думаю, выкапы. Просто когда Good Impressions обыграли хищника только по картам, еще это показывает, что особой борьбы там не было. Я бы их не стал списывать со счетов, как сразу. Неожиданно было, что Ньюэй проиграли, на самом деле. И когда счет увидел, даже не поверил сначала. Да, я тоже. Я думал, что они все-таки в финал выйдут, а там уже поборются. Не судьба была. Good impression, в принципе, нормально играли раунд. Повтори ситуацию. Остается один вечер, его забирает себе. Ну, я думаю, последний раунд сейчас.
даже я в этом трафике не могу сделать. Интересно, какая вторая карта. Может, как ты предсказал, инферно. Хотя вот капы такие не могли вытащить инферно сразу. Если они, конечно, видели, были так же не просто. А я посмотрел, что они против хищника играли, они выиграли кэш 16-7, мираж 16-4. То есть может быть какая-то это... А может и мираж, кстати. Ну, блокаты тоже неплохо на раш играют. Они играли с блокатами в русскую игру. Тоже, по-моему, 16-7 или 16-8 выиграли на рашами. Вот ВКП тогда выиграли ОСБ на кэше на допах. Если будет кэш, то она будет... Интересная карта, не так. Стон, где, в принципе, в одну калитку идет вынос. Сопротивляется, конечно. Включили поляков, тащат до допа. Так, на мапоинт, мапоинта тут нет, да? Они один отыграли. Сейчас второй идет. Будет выход на Б все-таки. Рейси 2 дроп рум. И длина. У Red Wave хорошая позиция, если не прочекает, то он может зарешать. Дает Рода только один минус. Но ситуация 3-2 в пути. Depressions. 3 в 1. Остается один алфа против двоих красных. Вода самого дима. Подбитый был после прострела в дым. И вечер его забирает. Второй маппоинт отыгрывает. Да, ну сложно, конечно, что-то 7-15 будет. Да, не спи добраться. КП форсбай решили сделать. Что? Походу этот форсбай не выиграли. Ставится мираж. Да, вот печалька. Как понимаю, 16-7 первый. Как, да, скорее всего, так и есть. Ну, можно поздравить команду ВК с первой взятой картой. И теперь вот импрессионом, чтобы выиграть, надо уже выигрывать две карты. ВКом всего одну. Просто дожать. Самое главное, чтобы пацаны духом не упали после этого поражения. Потому что хочется борьбу все-таки посмотреть. Думаю, сейчас соберутся. Просто, возможно, кто-то вообще первый раз зашел в контру на сегодня. Сегодня сразу турнир играл. Может, по статистике там был только Вичер, близко к тридцатке, остальные до 15 фрагов настреляли. Так, ну пока не зайдут, я отойду.
Жека, ты вернулся? Да. Где слышишь, как у тебя такой вопрос. Да. А вот ПГ не хочет свой сервер сделать? Ну, сейчас пока это решается. Ничего пока не известно. Дело в том, что это, по сути, сам проект собирались закрывать, и поэтому все это было в таком подвешенном состоянии. Пока что вот видишь, воспользовались вообще отдельным сервером не нашего хостинга. Когда все утрясется, точно наладится, тогда можно будет что-то говорить, а так пока неизвестно до конца. А этот хост в Москве находится? Это не знаешь. Сейчас вот этот сервер? Ну да. Это MyArena сервер. Он так. Где находится? Да, это Москва, по идее. Ну, не знаю почему, но многих, ну, с Украины. И кстати, подвисание ты... происходит. А, подвисание. То есть пинг то ладно, там 60 это. В принципе, для нас привычно с матчмейкинга. Вида подвисания странные. Вот. Пятерочки. Троих. Собирается еще команда, да? Ну, да, выходят. КППК. Яд, потом один человек бегает. Нету одного человека, зовут Impression. По-моему, двоих нету. Хейтер, он спектатор. А, хейтер спектатор. Говорят, что он шутер все-таки, а не хейтер. А, подожди, шутер, извините. Хейтер же это другой. Да, это хейтер за ВК, дело в том, что играет. Я вот почему и подумал, я что-то не зашел, то есть ты спросил. Да, все правильно, шутер играет за Good Impression, а в ВК-пах играет хейтер. Это его нет в составе, либо он поменял свой ник. Кто у нас? Профит, да, вышел? Ну да, профита не хватает. Возможно, может какая-то замена будет. Да, не он, ниже сидят пятером все. Microphone muted. Microphone activated. Подождем, узнаем. Шо, пацаны, я тут. Да. Алло. Следующий кап вы будете сразу делать или там перерывки? Да, да, что, я пацаны, тут так. Ну, хорошо, тут пришел Никита. Тут, кстати, писали о том, что у тебя сильно громко звук в контре. Mm-hmm. Немножко потише сам звук Counter-Strike, чтобы нас было лучше сделано. Слышно. Отлично. Так, ну,
Тебя не было, у нас уже Good Impression проиграли первую карту. Power Pass, что там 16-7. Теперь Мираж. 16-7. Интересненько. Ну да, сильно играли ВКапы. А наверное, если сейчас да. Чья карта? Ну сейчас карта Good Impression. Посмотрим. Я даже не знаю, какие прогнозы ставить. Мне самому интересно. Дело в том, что я просто напоминал Жеке то, что мы смотрели, комментировали с тобой игру. Может быть, помнишь, ВК, когда дружескую с энгриклоками играли? Да. Они что, играли тогда на Мираже и вообще на изичах так раскатали. Ну да, я тоже помню. 16-7 или 16-8, поэтому очень непредсказуемо сейчас будет. На первой карте я бы сказал, что ВКапы их перестреляли больше, чем там тактически обыграли перетяжками, фейками. Ну, наблюдая последние игры, у них так и в принципе происходит. Как раз они его тащат на стрельбе. Конечно, немножко обламывает то, что в принципе кап на такой волне и получился, что практически все команды выигрывали по тактике беги стреляй. Не, ну тут же в основном миксы играют. Кто, ну, грубо говоря, с кем матчмейкинг играет, те и зарегались. Ну да. А вот как считаешь, на следующий турнир зарегаются такие команды уже более-менее, что их можно будет назвать командами? Ну я думаю, просто, скажем так, миксы сделают какие-то выводы. То есть там соберут пятерку. Просто будут, ну, вместе играть. Там не то, что тренировки какие-то будут там как-то серьезно относиться, но просто будут играть вместе постоянно. И по ходу будут нарабатываться там их раунды какие-нибудь. Понимание между собой. От этого же уровень игры их не будет, ну, расти. 100%. Ну, просто, если честно, вот соскучился именно вот за такой игрой, как бы такие слаженные, продуманные выходы, там, дымочек, закрыть точки, закрыть выходы для контров, раскидку сделать, выйти под флеш. Вот на Мираже мы это, кстати, увидим. Потому что Кабблстоун там особо не раскидаешь. Тем более, ну, карта не такая играбельная, в принципе. А вот на Мираже, вот раскид на плента, их там три варианта есть. Также раскид мида. Дальше там занятием либо Зига, либо в коннектор. Тут уже посмотрим. От ВКапов я уверен, будут раскиды. А вот от Good Impression, что они вообще поработали на этой карте. А так, в принципе, банальные 3D мана окинуть. Любой микс может. Ты, конечно, знает, куда кидать, как кидать. Ну и шутера одного ждем, и должна уже вот-вот скоро игра начинаться. Возможно, команда Good Impression что-то обсуждает между собой, решают, как они сыграют на Мираже. Потому что от этой игры, от этой карты сейчас и зависит, будет ли у нас третья решающая, или же ВКапы станут чемпионами. Кстати, я не увидел вот и в игре ВКапов 2-0 по картам был счет, и у Good Impression тоже был 2-0 счет. Не было у нас еще такой равной борьбы, чтобы третья решающая игралась. Хотелось бы посмотреть именно на это. 2-0 как-то неинтересно будет. Кто Good Impression координирует, не знаешь? Или там а-ля побежали там и все. Без понятия. Может быть, декором, в смысле Ричард.
Скажите, как начнется там ножи будет. Да, хорошо. Сейчас пока команда разыгрывается, я, кстати, попробую с профетом связаться. Узнаю, почему его нету сейчас. Что у них там вообще, какие планы, что они там собираются делать. Есть будешь? Нет, пока. Наконец-то команда в сборе. Ну, в сборе, но не в готовности. Ну, кстати, по поводу турнира. Вот, скажем так, беспризовых турнир. Но 16 команд за сколько там, полтора дня набралось, в принципе. Да, это отлично. Приятно было. Я помню, первый кап на ПГ там чуть ли неделю не собирался. Наверное, проголодались. И заголодались уже за турнирами, особенно. Все-таки плейграунд турниры любили все. Возможно, дай бог, чтобы все было нормально, и мы немножко стабильно вот начнем все это дело, тогда уже можно будет конкретно ставить вопрос о серверах, потому что, естественно, один сервер — это очень мало. А будет серверов 2 или 4 вообще, то тогда и сразу же в
фасткапы можно будет проводить стабильно. На одном сервере не разгуляешься. Так, ножи. Ура. Ура, 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 товарищи. Еще раз всем привет. Мы, то есть Санек 1801, Фола и Никита Колум, комментируем для вас финал турнира от Плейграунда. Всем добрый вечер. Встречается у нас Good Impression и VK. Первая карта, которую, скорее всего, выбрали VK, была Overpass, а не без проблем. Ой, извините, Cobblestone. Без проблем вообще VK выиграли 16-7. И теперь пик команды Good Impression, Mirage. Мы увидели ножи. И что у нас? Останутся команды или поменяются? Я думаю, останутся. Но как некоторые команды делают, они переходят за теров, что-то там берут. Как раз по ходу матча они, ну, разыгрываются до полной готовности, а за КТ просто зажимают. Так, наверное, и ВКП у нас поступили. И еще раз по составам. За Good Impression играет Is No Good, Destroyer, Пьялка, Witcher и Shooter. А за бэкапов играет Fallen, Azel, Red Wave, Society и HDN. Кстати, подмечу, что ни за одну, ни за вторую команду не играет именно их пятерки. Как минимум по одной замене в каждой. Поэтому здесь вообще непредсказуемо, мне кажется, все будет. А только ВКП почему-то стоят на базе. Походу, не все пришли. HDM, да, не двигается. HDM АФК. А, точно, они же писали, что они готовы. Было дело. Отошел, наверное. Ну да, они вот, когда ножи отыграли, сразу написали на урейде. Видимо, они заметили сообщение этого и запустили сразу матч. Да, сбросили счет, все-таки дождутся сейчас пятого игрока, ВКапа. Сейчас перезапустится игра, и все-таки наконец-то мы увидим пистолетку. Скорее всего, будет Rush B от выкапов. Судя, Rush опять. Нет, лайф, все-таки лайф, ножи отыгрались уже. Да. Да. Не, еще сейчас еще буду хавать. Еще буду хавать. А хули. Видимо, без ножей нельзя запустить. Пиздец. Сейчас просто перережу друг друга и запустятся пистолеты. Да, вот видите, все-таки первый кап, очень много вот этих мелких недочетов. Не совсем, в принципе, настроено все до конца. Поэтому, как я уже на прошлых стримах говорил, это тест кап больше, наверное, чем такой полностью 100% налаженный. Следующие турниры будут поинтереснее, все-таки повыше по уровню. Давай. Надеюсь, ну, команды у нас поярче будут выступать. Давай. Всем любителям, конечно, таких турниров, пусть это и любительские, и все, но тем не менее, приглашаю на наши турниры регистрироваться буквально сегодня, завтра. Я думаю, возможно, таки сегодня откроем уже регистрацию на новый турнир. Ну, просто еще не решили, то ли опять мы сделаем
16 команд, то ли сделаем настолько команд, сколько зарегистрируется. Все, у нас уже пистолетка пошла. Да, в АК повис только один дым. И все-таки глянь, под А плент у нас идет. Наверное, развод. Здесь у нас под Б будет. Попытается. Вернее, ВКП это сделать. Ну а выход будет на плент А. Уже есть один игрок на коврах, которого могут сейчас принять, кстати. И выход уже пошел. Red Wave дал минус, его разменяли. Вечер второй минус дает. Три минуса уже от террористов. И пистолетку должны забирать контры, да. Забрали последнего Холлана. Очень быстро все прошло. Кстати, у ВКПов это наигранный раунд, потому что кинули дым, под него ставили бомбу по фасту. Был расчет на бомбу, а потом как-то задержали. Заготовочка, да, была вот такая? Да. Ну что у нас у террористов? 4 по 250 и 1 тег. Дело тега, чтобы следующий полноценный бай сделать. Вот пробует фаст там разыграть. Ялка делает первый минус. Широко так растянулись по карте игроки ВКП. Ну уже все накоцаны. Забрали двух игроков. Good impression уже 3 в 3. Ну Red Wave, дело в том, что красные должны его сейчас, если прочекают, сразу же забрать. Сейчас Destroyer может получить спину. Нет, отошел все-таки. Тайминг такой интересный вышел. И все-таки, глянь, не спешат пока что выходить в ВКПы, все-таки попытаются, наверное, максимум выжать. Скидывается плент, и сейчас что у нас будет? Все-таки это втроем на Б они будут выходить. Шутер, Холлан очень неаккуратно сыграл. Дестройера забрали, и Red Wave, и Сосити. Сосити умирает, и заберут сейчас Red Wave, 5 хп, я думаю, здесь. Не проблема для игроков Good Impression. 2-0 у нас будет. Все равно хороший экран провели. Три девайса выбили. Хорошо сыграли. И вот интересно, как сейчас поступят. Ни разу плент не ставили за два раунда. И все-таки берут калаши. Ставили пистолетки под дым. А, да-да-да. Извиняюсь. Первый раунд у нас был плент поставленный. И все-таки на все деньги full buy у нас сделали террористы. И посмотрим, что покажет. Форлан умирает из ноугуд. Отличный минус АВП. Сейчас может еще и ковры поймать. Еще отлично, один. Минус 2. Классно. И уже вот такой неждан для ВКПов. Всего лишь втроем они остаются. И теперь тяжело будет что-то сделать им. Дестройер неаккуратно вообще на зигу вышел на поджим и умер. Поплатился за это. Ух, HDM, минус из ноугуд. 3 в 3. Нормализовали ситуацию. И опять же делает под Б. Холдом. Классно они игру так меняют, потому что думают игроки защиты, что это будет А. Один шутер всего лишь под Б. И могут его сейчас вдвоем забрать. Да, А минус шутер и будет ставиться плент на Б. Кстати, HDM, да, я так понимаю, да, HDM идет в спину. И не чекает он очень неосторожно и очень необдуманно. 1-1 Азис с вечером. То есть Red Wave. Да, Red Wave минус 2 сделал, последних двух забрал. Я бы назвал этот раунд качель. Один минус 2, потом другой минус 2. До конца вообще не было понятно, как раунд закончится. Но все-таки. Да, нет. Вот видишь, как я говорил, что вот тактично это начинает качать дефенс, то там, то там. Это уже чувствуется, что пацаны вместе играют. И теперь уже вот эко баю, good impression. Вечер отлично под флешку ворвался. Вот Дестройер опять сейчас выйдет на мид и, скорее всего, умрет. Не
захалдили, так затемперились игроки защиты, все-таки Ялка умер. Уже есть под коврами инфа, и сейчас, наверное, тоже будет умирать. Да, все-таки Вич разобрали, достроят шутером, вдвоем остаются. И, наверное, ничего здесь им не светит. Шутер что-то долго у нас перетягивался. Думаю, Дестрой надо как-то поменять свою игру, потому что эти выходы его на мид Зига к хорошему не приводят. Этот Бейт сейчас неаккуратно так нож доставал. Мог сейчас за это воплотиться. Ну, всего лишь одного человека потеряли террористы в этом раунде. В принципе, без проблем. Раунд для них прошел, и уже 2-2. Мне что-то это напоминает. По-моему, у нас и на первой карте было, да? Да, там тоже 2-0 было сначала, а потом... Самое главное, что вторая карта не закончилась, как первая. Да-да. Тем более сейчас Boot Impression за сильную сторону играют. Так это не Cobblestone, Defense. А у нас уже Ляни тем временем сосити через коннектор прошел, он уже находится на в спину, его не ожидали там, и дал он первый минус. Выход на ковры. Быстро забирают, смотри, двух игроков. Отлично прочитали игру команды из No Good. Уже вдвоем остались АВК, и еще и Red Wave забрали. Один Fallen всего живой. И сейчас должны его забирать. Лэнд у нас выпал. Все, есть инфа по Fallen, и без проблем его шутер забирает. 3-2 восстанавливают преимущество Good Impression. Так, хочу подметить, сейчас Destroyer не лез сразу на мид, а просто вышел, когда начался заход, и он просто спину порешал. В этом плане он чуть-чуть поменял свою тактику и взял раунд, грубо говоря. Наверное, тоже, как и ты, обратил на внимание, что опрометчивые такие выходы у него были, и все-таки смог вовремя поменять свою игру. А у нас тем временем выход под Б, будут ковры выходить в экап. И уже первый минус от них. Ха, и все-таки, глянь, опять они делают развод, опять плент разворачивается и бежит на А. Она у нас... Нет, у нас есть один игрок в закладке, один игрок глубоко в люльке сидит. Должен он знать, что HDM пошел в коннектор. Ну все сейчас зависит от вечера, если... Да, если его не спалят, ух, Бьялка хорошо минусует. Притормозилась атака. Бьялка все-таки, да, начекает Фоллена. На вечере до сих пор нету инфы никакой. Скорее всего, возьмут раунд Good Impression. Немец широко растянулись, Red Wave уже в А. 2 минуса дает. Как хорошо играет. Вечер, глянь, до последнего. Молодец, выждал он так, как надо. Сосите, глянь, забирает его. Он не успевает уже по времени, по-моему, поставить. Да, 4-2. Вот позиция Вечера принесла ему раунд. Да, таки досиделся, дождался. Хладнокровно сыграл, хоть и двух его мейтов убили, но все-таки дождался он, пока игрок начнет ставить плен, и просто без проблем убил его. Ну хорошо, что понимает. Тут раш Б намечается, а не опять слоу. Да, тут боятся откида. Тайнфорд бай, притека, дигл и калаш. Калаш засейвленный. Мне, кстати, вот кажется, может быть, ВКПам надо было попробовать как раз таки не слоу вот эти вот раскачки делать, а попробовать фаст выход сделать. Как думаешь, может быть, это бы сыграло бы свою какую-то пользу? Ну, надо вообще комбинировать стиль свой.
постоянное слово, ну, просто просто видишь, команда адаптируется к такому и все. да, вот они однообразно как-то играют, и поэтому Good Impression как-то прочухали всю эту ситуацию, без проблем разбирается с ними. Хотя вот шутера забрали и... Ха! Fallen Team Kill. Да, ну тут же исправился, забрал Дестройера из ноутбук Азла и... Все. Теперь, наверное, все-таки здесь у нас будет фулл эко. Потому что по 2000 у игроков. Сейчас им надо делать эко раунд, чтобы на следующий раунд сделать бай. Что там? 4, 3 дигла. И один по 250. Азы. Опять же, не спешат. Да, мы спалили от Холлана, уже забрали быстрые размены, и последнего игрока надо Редвейва забирать. Нет, он все-таки забирает из ноугуда, и три игрока против одного. Редвейв с диглом, интересно, найдет он... Найдет он где-нибудь девайсик выпавший? Или не дадут ему игроки? Нет, нормально сыграли. Ну, все-таки потеряли два девайса. Вот тут ялка, смотри, всего 3000. Тоже тяжело сейчас немножко пару игроков с экономикой. Если сейчас возьмут этот раунд VKP, кстати, ну... А ну, бай не сделает, правда, с фамасами будет. Да. Но все равно. Вот смотри. Вот сейчас будут раскидать плента. Да. Заняли позиции, дымы есть. Пятый игрок вот стягивается к ним. И хорошо, они занимают позиции грамотно. Один в коврах и будут основной выход с ямы идти. Даже с ковров пошли дымы. И выход пошел. Глянь, зависли. Не могут выйти, не дают им контры, вообще ничего сделать. Так и удается прорвать плент. Что у нас? Плент все-таки ставится? Да, ставится плент. Глянь, каленые все. Но все равно численное преимущество. ХЕшка вообще четко залетела на... Уже знаешь, что один тюльпан, один коннектор. Ох, в рядок стали Фоллану. Да, подвезло, подвезло. На самом деле, согласись, там три игрока, они, у них на троих 50 хп было. Могли сейчас жестко, конечно, выхватить. Так, ну и глянь, о чем я и говорил. Не делают они бай. 2 по 250. Вот это мало, потому что на Кабастоуне они бы... Пытался из нового Коллин сделать, на коврах ничего не получилось, и сейчас поняли игроки выкапов, что эко у контров, и без проблем, глянь, Дестройер забрал себе АВП и должен сейчас его сейвить. Испалился, и сейчас не дадут. Ну, HDM уже спину сейчас будут заходить. Не ожидает его Дестройер. И обратно завернул Авик свою команду. Да, и глянь, два раунда отбивают выкапы. Уже со счета 6-2 становится 6-4. Уменьшили преимущество. Но у нас теперь все-таки в противовес этому... Good Impression делают полный закуп. Хотя вот, глянь, два фамаса. Ялка, что такое? Такое ощущение, что он даже и не ожидал, что центр могут подпушить. И умер. Макапы, скорее всего, будут зажим. Что делать? Коннектор, окно. Блин, просто по одному уверенно разваливают команду.
Вечер хороший минус. Не дали им больше реализовать себя. И уже 4 в 2 ситуация. Мне кажется, дестройеру и шутеру тоже так открывается неудачно. Я хотел сказать, что дестройеру и шутеру надо было сейчас быстро собраться с мыслями и уходить на сейф. Потому что 2 в 4 тяжело бы им было что-то сделать. Полезли и слились. Теперь опять эко-раунд. И сейчас, я думаю, это уже будет 6-6. Я тут не жду каких-то сильно непредвиденных результатов, поэтому... Переяма раш. Вот, молодцы, отжали один девайс. Правда, есть инфа, что все на, и даже боба быстро на Б бежать. Да, пустой, пустой плент Б. Пошла перетяжка, и вот опять они делают глупо. В том плане, что они молодцы, что собрались все на А, отбили девайс, но зачем идти отжимать по одному бэкленд, если у вас-то толком и девайсов нету? Как-то, ну, неграмотно они это делают. А, видишь, без проблем разобрались. Ну, согласись, Фо, вот ситуация, да, такая, 5 в 4 они еще вроде бы как были, и есть инфа о том, что плент установлен на Б, зачем бежать по одному? Это нелогично вообще, тем более вы взяли один девайс. Можно бы было всей пятеркой с нескольких сторон зайти и попробовать отбить. Тут как-то поспешили. Биалка наконец-то АВП реализует, потому что прошлый раунд он вообще так неуверенно с ним сыграл, забрали его. Он, видимо, он тогда не ожидал, а сейчас вот уже смотрел. То, ну, аналогично, был дым брошен такой же. Просто часто вот так аваперы, они смотрят за ящиками, типа, а дым не ожидает такого раша агрессивного. Вон, двое ямы выходят. Вечера все-таки забрали. Белка, ну зум дает. Черт вообще. Третий минус от Белка, кстати. Ну, HDM сейчас мог забрать шутера тоже вместе с Белка. Наконец-то берут раунд. Тут 4 подряд взяли выкапы. Сложно. Такое ощущение, что аж посыпались вот импрешн. Да, мне тоже показалось очень сложно сейчас было этот раунд взять. Взяли. Это хорошо. Больше не с экономики. Связано больше с моралью для вот импрешн. Согласен. Наконец-то вот взяли, теперь можно тащить на 9-6. И сейчас надо выигрывать этот раунд, потому что если проигрывают, не будет денег у них вообще на бай на какой-то на последний раунд. Ну а они, в принципе, также вот Fallen пытается ковры выйти. Каждый раунд он туда ходит. Может сейчас дать минус. И опять слоу. Пытаются сейчас максимум инфу собрать, кто где находится. Ну и хороший минус от HDM-а. Забрали Азла. Забрали еще и HDM-а. Спалили его все-таки. Этот вейва сейчас могут убить. Нет, Fallen все-таки забирает вечера на... Смотри, Заня. Заметь, куда бомба идет. Все-таки на плент. Нет, вот глянь, затормозил и пошел, пошел на Б. Как думаешь, сообразят сейчас, что их разбили? Ну, я думаю, уже стоит одному хотя бы тянуться. Хотя бы для инфы. Да, смотри, все равно до последнего не сидят и... Нет. Все, молодцы. Ну, теперь им опять не сглупить надо. Ну да, главное втроем зайти. Да, потому что по одному это опять может печально для них закончиться. Ух, Сосики сейчас мог наказать их.
Вот если бы они втроем бы не вышли, то я думаю, они бы проиграли бы раунд тогда. Да, согласен с тобой. Ну представь, сейчас бы нас трое троих бы зарешало, тут, конечно, было бы... А он, кстати, мог. Тут уже начинал попадать в последнюю. Так, 8-6 и last round в первой половине. Тут с экономикой у террористов проблем не было, опять они полный бай сделали. 5 калашей. Агрессивно мид играют. Сразу занимается коннектор. Зип и Азл проходит. А там их два игрока ждут. Азл отличный минус. И дестройер каленый, может и его забирать. Да, забирает. HDM забирает лично, и Ялка один остается. Его сейчас спину убьют. Вот тебе и да. Вот тебе и ВК. Все-таки 9-6 не дали сделать. 8-7 всего лишь минимальное преимущество в один раунд. Good impression. Я считаю, это отличная половина для них. Если они покажут уверенный дефенс, то без проблем должны забирать эту карту и выигрывать. Там да, финал уже. Все-таки на общем плане, мне кажется, посильнее смотрится ВК-то, чем Good Impression. А вот на Мираже тут уже чувствуется не только ихняя стрельба жесткая, а уже ихняя слаженность. Какие-то заготовочки есть там, прокидом того же меда. Азл двоих забрал. И третьего забирает. Минус 3 от Азл. Есть шутер на коврах, и сейчас его должен забирать Полон. HDN, вернусь, прошу прощения. Плент у нас выпал под А на коврах. Есть об этом инфа, да, HDN забирает шутера. Остается последний дестройер. Ну, 1-5. Это unbelievable, конечно, сейчас зарешать ему что-то. Да, и вот ждут его уже двое на коврах. И 8-8. Вот и сгорело преимущество Good Impression. И сейчас эко от террористов. Плент они не смогли поставить. 5 теков берут. Но это целое здесь тоже опасно. Не, ну у них просто выбора нету, как бы бомба не стояла. Сейчас можно против фармганов как бы с эками развалить налегке. А Good Impression закупили фармасы сип. Эй, ВК. Они ожидали такого раунда. Без проблем, мне кажется, приняли сейчас. Такой вот выпад террористов. G9-8, еще один экобай будет у Good Impression. Мне кажется, это будет 10-8. И в следующем раунде мы увидим full buy от обеих команд. И думаю, этот раунд, наверное... Хорошо бы, старая, добрая. И стреляй, пацаны, давайте. Нужны размены, нужны хорошие минусы. Все-таки добили HDM. Должны хотя бы бомбу поставить. Red Wave, глянь, как играет четко, вообще стеком и минуса подарили дает. Подарили вот так пацану и все. Поплатились теперь. И минус 4 от Red Wave. Да, подарили тека, он взял и такой говорит, ну пацаки, спасибо, я вам сейчас покажу, как с него надо стрелять. Настрелял 4 тельца. И вот сейчас вот этот байраунд покажет нам, есть ли у Good Impression шансы на камбэк или наоборот укрепляться здесь. Да, из ноу дает первый минус. Ха, Бьялка забирает все сити. И у нас будет выход Б. Плент уже идет на ковры. Два игрока террористов на зиге. Главное дать open фраг, кто будет принимать Б-плент. ВК пойдут все-таки на мид.
Будут заходить через коннектор. Да, я подумал, все-таки это будет у нас веб-выход. Спалили плент, как думал, убили они из ноугуда. Шутер вообще ниндзя, именно на шифтах прошел до самого этого дулпана. И Red Wave зажал неудачно очень. Молодцы террористы. Очень-очень важный для себя раунд взяли. Сейчас бы при другом раскладе был бы уже счет 11-8, еще один экраунд это было бы 12-8. С такого счета было трудно бы им вылазить. А тут теперь Force Buy, УВК, 3P250 и Муха. Кстати, вот Муха, как она, насколько она хорошо дамажит? Расскажи. Ну, да. Если нету армора первого, то в тело убивает с одной пули. Если есть армор, тогда 70 хп снимается. Но ее преимущество это вот эти прыжки. Что, например, вот на Дасте становится за испанским с мухой, и просто прыгает, убивает так всю длину. Ничего не смогли сделать они с этой мухой. 10-10. После трех проигранных раундов Good Impression берут два подряд. И опять. Главное, что они не отпустили ВКПов. Навязывает свою игру все эти. Уже потеряли террориста одного своего игрока, который попрометчиво уходил яму. У нас шутер. Пазл снова дает СВП. Кстати, и в полуфинале он отличные минусы СВП давал. Быстро дестройера разменяли, и из ноугут уже один остался. Минус 3 от Азва. И 11-10 снова у нас ВК впереди. И вот все равно... от первой карты здесь хотя бы плотная борьба идет. Да. Но вот все равно, мне кажется, немножко неуверенно, но, на мой взгляд, Good Impression играет. Ухазал буквально локоть видел убьялка и забрал его в яме. Я только хотел сказать, что не будут избегать АВП на миде, но ВП играет по всей карте. Да, такой много вездесущий у нас Азов получился. Везде успевает стрельнуть. И яму стрельнуть, и центр, и коннектор. У него такое ощущение, что все под контролем. Самое главное, он не стоит на той позиции, он все время смещается. Там сделал минус, сместился, там нашел. Ты видел только что прострел от Редвейва? Он просто да. Дым в голову забрал. Еще бомбу один. Выбили на Б-пленте, скорее здесь. Всего, 12. Да уж, да уж. Дестройер, глянь, все-таки дал два минуса нужных очень. Я ждем красный, что есть шансы. Да, времени еще полминуты у террористов. И могут сейчас дожать до конца, но... Пойдут, как думаешь? 20 секунд. Теперь точно же фастом бежать. Но времени мало и HDM хорошую позицию. Может принять обоих. Ух, как он не попадает и наказали. Просто наказали его за это. Отлично. Вот это... Камбэк. Да. 2 в 5. Дестройер вообще молочушка. 3 минуса очень важно дал. Неожиданный поворот на самом деле. Мне казалось, что уже ничего не смогут сделать. Good Impression. А тут показали такую волю к победе. Стремление выиграть. Молодцы, ребята. Не все потеряно. И уже дали первый минус. Эко-раунд у ВКапов, и, наверное, здесь будет и сноубуд, хороший минус. Второй дает СВП. 3-5, ну, 3 пистолета против
пулбая, ничего у нас тут не будет. Да, все логично. Вечер забирает Фоллена, есть инфа по Red Wave. И сейчас это дело времени, мне кажется, для террористов забрать игроков. Последнего игрока. Осталось вот только бомбу забрать. Да, HDM АВП отжал себе. Я бы на его месте стал бы сейвить куда-то. Отдал бы бомбу им. Потому что вот импрешн четвером идут. Плотно. Да, тех не перестреляешь. В лицо. Ага, они не полезли его убивать, просто забрали плент, не стали ничего выдумывать. Пойдут поставят на А. Ну, HDM попытается отстрелить кого-то еще, я уверен. Хотя вот видел, если бы теры знали бы, что флешка их не 100% зафлешила игрока векапов, могли бы просто прийти его в спину убить. Хороший минус от... Не, ну глянь, вот опять нас... Инмурал не возьмет, так как нет у него щипцов. Вот стрелять попытается все-таки. Что ты, умирает Вичер, Бьялка один. Ну нет, да, понимает, что он уже не успевает ничего сделать, идет на сейв, а Бьялка у нас, наверное, умрет. Нет, не умрет. HDM выжил просто максимум с этой ситуации. На эко-раунде взял АВП, сделал минус 4. Да, 4 девайса он выбил у террористов, немножко так пошатнул их не экономику, глянь, вечера. Тоже по деньгам не особо вот. Так, я на секунду отойду. Да, да, конечно. Так, ну что у нас? У нас, естественно, будет делать террористы фулбай, плен взорвался. А у выкапов также закупочка по полной, хотя и два ФАМАСа, но я думаю, это не помешает им реализовать себя. И Destroyer классный дым вообще ложит на коннектор с дальней дистанции. Молодцы игроки тоже вот в индивидуальном плане показывают себя очень-очень интересно. Не спеша террористы делать сейчас выход. У нас два игрока халдят под А, один на коврах, один на яме, а плент лежит на коврах под Б. И сейчас попробуют втроем раскачать террористы точку Б. Нет, все-таки забирают плент. Кто будет думать? Плент несется на них, кстати. Ух, хорошие минусы. У теров Red Wave и Society живые остаются, но вот у Society 22 хп всего. 2 в 2, равная ситуация, вот дождались, допрыгались. Могли сейчас получить за это, конечно. Отличный минус от Society, 1 в 1. Ну вот плен поставленный, сейчас надо грамотно дестройеру играть. Очень осторожно. До последнего мансуется, нет, все-таки Destroyer очень грамотно играет, забирает он сосики. Немножко не хватило этому игроку, чтобы забрать последнего террориста и задефьюзить плент. Вот уже преимущество увеличивается. Как ни крути, а 13-11, и игра потихонечку подходит к концу. 3 раунда всего надо игрокам Good Impression, чтобы выиграть на этой карте. Вот, а контрам сейчас очень тяжело, потому что у них опять Акабай, и быстро их здесь разбирают. Good Impression всего лишь вдвоем остаются контры. Это будет уже 14-11. И горячо. Опасно для команды Wake-up. А Good Impression, такое ощущение, немножко воспряли духом. Все-таки почувствовали они свою игру и попытаются сейчас, наверное, додавить. Поигрывать не хотят. И я думаю, надеюсь, по крайней мере, что мы увидим третью карту. Хочется, как говорится, хлеба и зрелищ. HDM в это время отжал калашик себе. Будет сейвиться. Нет,
не дает ему засейвить. И бай. Четыре сайленсера и один М4А4. А у тиров один АВП, у дестройера и четыре калаша у остальных игроков команды. Четыре игрока у нас бегут под Б, трое на мид, один на ковры. Промахивается с АВП Бьялка. И вот растягиваются они по карте так широко. Не спешат делать какой-то выпад. По всей видимости сейчас попытаются как-то сделать опенфраг, но опенфраг дают выкапы, забирают вечера. Покоцано немножко из ноугуд. Так, по пленту у нас не было никакой инфы, до сих пор контры не знают, где же находится плент. Забирает из ноугуд Азла. 4 в 4. Ну, все-таки из ноугуд умирает. Быстро, сосити. Забрал Вьялка. 3 в 3 уже. Ну, времени еще много. Сейчас с Тером есть возможность определиться, в какую точку пойти. Тут тоже спешить не надо. И у нас все-таки решает отвернулся Фола, но все-таки успел он забрать шутера. И выход пойдет у нас на А. Есть инфа у нас по Фолу, но надо убивать его. Да, убивает его Бьялка. А вот по последнему игроку нет информации, который у нас смотрит А. С Б уже пошла перетяжка. И 2 в 2. HDM отлично выходит в спину и забирает двух игроков. Классная игра. Вовремя очень он пошел на этот перетяг и сделал два нужных минуса. И 12-14. Отбивают один раунд в кап. Так, а по экономике у нас за 5 не все в порядке у Good Impression. И поэтому у них тоже сейчас такой вот экобайчик. 2 тека. 3 тека, 1 дигл. 1P250. Также они не спешат делать какой-то фаст выход. Умирает дестройер. Уже вчетвером остаются. Плен все-таки под Б несется. Я так думаю, это будет выход Б. Еще один минус от Сосити. Фьючер делает важный минус на Б. Нет, все-таки Редвейт его забирает. Лэнд спалили и забирает шутера. Уже 14-13. Вот действительно, как Женя Фола сказал, у нас тут такие качели. По несколько раундов берет то одна, то другая команда. И вот непонятно, кто же все-таки лидер в этой игре. Ну, как тут не крути, 14-13 счет и буквально каких-то 3 раунда. 2-3 раунда до окончания. Надо собраться. Игрокам Good Impression дожать. Потому что с такой игрой сейчас выкапы могут возобновить свое лидерство. Отличный поджим от Фолома. Фолана была инфа от Редвейва по шутеру и хорошо его грамотно забрали. HDM забирает Бьялка в коврах. Уже втроем остаются террористы. И вот то, о чем я говорил. Не смогли вовремя они сделать свои минусы и сейчас могут поплатиться за это. И все-таки ямы выходят. Азл дал 2 минуса, и дестройер 1 остался. Ставит. Нет, не ставит. Не дают поставить ему плент. Хорошо, забирает он Редвейва. А вот и все. Я так понимаю, что 16-13.
Потому что ставится Dust 2, не дают нам досмотреть эти интересные раунды. Мы поздравляем гудгеймов. Тьфу, что их все время гудгейм. Good impression с победой на второй карте. 1-1 у нас по картам. Кто к нам присоединился, напомню, что первую карту Cobblestone выиграли в ВКап со счетом 16-7. Сейчас у нас был Мираж, это был пик команды Good Impression, и они все-таки выигрывают с минимальным, ну не минимальным, но с малым преимуществом, всего лишь 3 раунда, 16-13. И решающая карта, и если честно, не знаю, как вам, уважаемые дорогие зрители, но мне кажется, Dust 2 как раз то, что надо для решающего вот исхода финала. Просто, мне кажется, приятное завершение этого игрового вечера. Здесь, наверное, максимально мы увидим и стрельбу, и какие-то задумки, выходы у команд. Потому что карта действительно не керовская, не контровская, максимально сбалансированная. И здесь очень много будет зависеть как и от личных скилловых качеств игроков, так и от общекомандных действий. Так что я думаю, пока мы подождем, пока команды соберутся, можно сделать небольшой перекурчик, пойти себе чайку сделать. Так что оставайтесь с нами и будем дальше наблюдать окончание этого финала.
Так, что у нас тут? Команды еще разыгрываются, собираются. Сейчас у нас будет самое интересное. Третья решающая карта и даст два. То, что надо. Никита, ну что, ты наблюдаешь за игрой? И походу игру смотрю один я. Так, ну думаю, замен никаких не будет. Команды останутся теми же составами. Вот было бы хорошо, если бы Никита и Женя сейчас свое мнение рассказали по поводу того, кто на Дасте сильнее себя может показать, по их мнению. Такая карта непредсказуемая, конечно. User disconnected from your channel. Так, но тем временем команда у нас быстренько подсобрались. Да, никаких замен в составах нету. Ну еще у них разыгровочка идет. И объявили об готовности своей.